Азу смотрит не из-за того, что он топ-1 забирает, а Азу смотрит из-за того, что он топ-1. Вижу, как я и предвидел. Накрадабаш, Чак Тагалус. Вот оно что. Вижу, как я и предвидел. Вижу кровь и ярость. Как я и предвидел. Чак Тагалус. Кровь и ярость. Чак Тагалус. Мать-Земля, помоги мне, как я и предвидел. Вижу кровь и ярость, как я и предвидел. Накрадабаш. Мать-Земля, помоги мне, возвращайся в землю. Накрадабаш. Чак-Тагалус. Вижу, вот оно что. Возвращайся в землю. Мать-Земля, помоги мне. Вот оно что. Как я и предвидел. Накрадабаш. Мать-Земля, помоги мне. Кровь и ярость. Наши воины вступили в бой.
братик, как ты? Давно тебя не было на стримах. Я гамис замщут там. Что у вас там за интеллектуальный баттл, Егор, с Ягамичем? Меритесь мозгами? Вот Мирана очень хорошо ракетам помогает. Не раскликался, ребята, не раскликался. Руки не свои почти. Ягами, это я, сижу. Голос. Ганганули меня. Четверо. Ягамич, да, там сейчас голос, ну да, Арслан. Лео, Лео, виномансер будет в следующей игре, брат. Я тебе покажу самого грязного виномансера, которого можно сделать. Если я вот так не буду стилить, я не знаю, килл мне вообще не оставляют. Ой, не успел. Пинул. Это, знаете, бара имбовый герой вот с этим, со своим третьим скиллом. И никогда не знаешь, когда он сработает. В некоторых версиях был баг, разворачиваешься и бьешь, и он постоянно вот пинался. Постоянно. Нет, нет, тут надо бить ягами. Тут догоном вообще не канает. Сейчас Хускар меня тут загрызет. Раньше помните, когда качал ауру, она давала урон. Из-за этого он вообще имбовый был. Убрали эту ауру, который давал урон зависимо от скорости бега. Не трогай. Иди сюда. На город наших союзников напали враги. Наши воины вступили в бой. Его сами там загрызут.
Еще раз всем салам алейкум. В общем, как вы дела? Как вы, ребята? Как у вас дела? Как вы дела? Сказал что-то. Мне тут вообще не нравится сейчас. Будем толстым, жирным и толстым. Сейчас денег, по-моему, накопил уже. Ребята, Аза официально в армии. Будет через 7 месяцев. Ну, тут алхимика хорошенько нагнули. Четвертый левел сейчас бегает по карте. Ну тут шторм, да, понимаете, шторм — это герой, который камбэкает почти во всем. Сейчас соберем этого вкусненького. Если бы сейчас он мне топор не дал, я бы ревнул, серьезно. В какой-то момент испугался, что он не даст топор. Мирбек. Аза официально в армии, брат. Если какую-то информацию будет, через 7 месяцев Аза будет тут, и он все расскажет. Валим отсюда. Leo, here I don't need smoke. But yes, it's very nice combo when you charge under the smoke. Надеюсь, под смоком будет так, under... Раскликиваюсь, Мирбек, раскликиваюсь. Сейчас вот раскликаемся, потом залетайте на стрим.
жмите follow и будем играть. Но пока у меня один КПТС. Ой, Тиник с Бергером. Они забывают, что я на баре играю 10 лет. Нет, я его недавно видел, он пару килограммов набрал, он где-то 4 килограмма набрал, и уже мышцы какие-то там появились на теле. Прям вот качается. Так, тут крипы были, заберу, да, их? Да, дальше пошли. Это так, я в прошлый раз их подготовил. Уходить надо. Какой хороший тайминг от Мирана. Мирана такой же задрот, как я на баре, по-моему. Бывает, ребята, бывает. Тиник тоже, по-моему, надоело. Ливнул. Подождем, или он ливнул? Ладно, короче, кипим. Ну, давайте по-быстрому закончим и к следующей. Сейчас где-то, наверное, 60 килограмм весит уже. Ну, где-то 56, наверное. И он хорошо набрал вес. Наверное, я пошутил, но 56 где-то весит. Но если так дальше будет апать килограммы, прикиньте, вернется этот накачанный Аза.
Мирбек, брат, мне нельзя светить лицом. Я официально человек за кадром. Семь месяцев, ну прям точно, если сказать, где-то 238 дней, вот точно. Нет, никаких планов таких не было, Мирбек, просто так получилось. Не получилось никого забайтить. Давайте будем пушить. Че, пойдем 3x1? Brain Lee, Aza is on military duty. If I... said it. Знаете, самое интересное, если бы я сейчас там застрял бы там и умер бы, а игра бы не сработала. Ладно, пока. Ой, ой. Ну, банулся. Да ничего, чтобы было интересно. Или давайте пробурим, что ли, да, уже. Закончим. Элрес, гоу подписчики, ВС подписчики, это как? Твои подписчики против Азин подписчиков? Сейчас кто-нибудь играет? Амаль на стриме или нет? Нет, да, наверное? Или Оташ? Против кого? Против Оташа поиграем? Наверное, Оташ сейчас начнет. Если, конечно, опять куда-то не поехал. В Самарканд. В этот раз. На город наших союзников напали враги.
В смысле, я не буду играть и тупо буду зрителем? Еще написал, тупо зритель будете. Хорошо, что не сказал, тупой зритель будете. Не, давай, я играть буду. Не, с гашишем я не знаком. И я против наркотиков. Думал, я затопчу, а меня затоптали. Эрдени Галанов. Неофициально он сам все расскажет, когда придет. Через 7 месяцев он будет, он все расскажет, если что. Еще раз, салам алейкум всем. Я голос, человек, который работает с Азой, администратор канала, почти со всеми с вами знаком. Так, человек за кадром, как бы везде стоял. Брат Азы, хоть и не родной. Я Гами Лох, я согласен. С этим я согласен. Да там просто очень хороший контент был. Он на 23К как бы клирстат поиграл. Я думал, он там что-то покажет. Ну, получилось так. Не его день был, что ли. Так, ребята, могут зайти все. Там, ладно, на ПТС тоже не будем смотреть. Первые две игры, любой ПТС, заходите. Не ожидал, что шторм ударит. Думал, догирнусь. Ну, бывает, руки старые, что хотите, человеку, блин. 30+. На город наших союзников напали враги. Стримлю чисто из-за того, чтобы что-то вам показать, чтобы скучно не было, что-то новое, что-то онлайн. Ну, конечно, как Аза, я не смогу вас завести. Эльрез, я тебе когда давал канал, я тебе когда давал возможность, ты не воспользовался. И сейчас говоришь, 2К сделаешь? Лучше меня не отыграешь, братик. И Азу смотрит не из-за того, что он топ-1 забирает, Азу смотрит из-за того, что он топ-1. Андрей Смолка. Yes, Азу is okay and he is very healthy right now. He is training. He is doing workout. Не знаю, как это сказать еще. Хотел быть жирным и толстым, Мирзян.
Мирбек, да. Вот тот самый человек, который рядом с ним сидел во время игр, когда вот все начиналось. Все, давайте ломаем, короче. Хватит, да? В черчике есть тоже. Что-то там снайпер ТВ как-то разбушевался. Sniper TV, what are you doing, bro? На город наших союзников напали враги. У меня лотер, вы мне ничего не сделаете, уйдите, дайте я вам трон сломаю. Пуч почти как я, да? Видите? Короче. Нет, Шторм молодец. Шторм старается. Так, гоу, ребята. Кто успел, тот зашел. Кто не успел, тот бот. А, нет, тот не успел просто.